Всем привет, с вами Амир Гумеров. Сегодня у нас на фотосессии Алена Комарова. Алена занимается хореографией, ну, хореограф. Она чирспортом занимается, чирлидер и занимается... постановкой номеров для, ну, чир-джаз-программ, либо танцевальных номеров. Постановка номеров. Или, ну, чир-джаз-программ, или танцевальных номеров с уклоном в контент, либо формейшн на много-много народ. Вот, поэтому, если что, кстати, обращайтесь. Вот, а так, я действующий спортсмен, выступаю за взрослую команду. Чё, начинаем. Молодец. Периодически, да, включается. Алена, шаг сюда, шаг туда. Ты смотри, видишь, слышишь над тобой? Да. Она по ней должна быть между тобой и мной. Тебе резинка нужна на руки? Да. Шаг лучше, что же это, да? Yeah.
Можешь голову поставить на сиденье, такая, знаешь, к сиденью посмотреть. Чтобы у тебя не было обрубка. Да. Нет. Тогда руку положи на плоскость, да. А вот это на полупалец, да. Вот. О, класс. Молодец. Ну как? Суровая. Посмотри вокруг. Не надо на нее если смотреть. Все. Сукаризны, да? Смотрите, сукаризны. Куда посмотри, в окошко? В окошко? В окошко. Что еще одеться?